Всем добрый день. Сегодня хочу сделать черенкование роз, посадить их в землю и посмотреть, дадут они корни или нет. Черенки роз я нарезал на даче, обрезал розы, поделал черенки. Для нашей работы нам потребуется вот горшочки с землей, сами черенки. Они уже стоят у меня двое суток в корневине. Вот такие бутылки для парникового эффекта. Свечка, нож, ну и спички. Перед этим я хочу поблагодарить всех спонсоров, которые спонсировали мой канал, на развитие канала, на поддержку канала. Я им очень благодарен. Для того, чтобы черенковать розы, нам надо взять сами розы, срезать черенок розы, нижний край наискось, верхний, чтобы был ровно. Верхний мы зальем парафином. Вот у нас свечка такая, чтобы сам черенок не подсыхал, чтобы с него не уходила влага. Вот, залили парафином и втыкаем в землю. В землю мы его втыкать будем где-то на одну почку. Вот так. Также делаем следующий. Вот у нас черенок, он срезанный. Он стоял уже в корневине двое суток. Колючки я не удалял, так и оставил. Вот, заделали парафином, берем следующий. Вот видите, залил парафином. Мы возьмем еще один. Это у нас будет в этом горшочке у нас будет 4 черенка. Втыкаем в землю. Это тоже втыкаем. И этот воткнем. Горшочек у меня этот сделан так. Вот видите. Что снизу получается, куда вода будет стекать. А тут у меня дренаж дырки. На низ горшочка я поклал салфетку, чтобы земля не высыпалась. Теперь поливаем наши черенки. Землю убрал с компоста на даче. Вот, полили наши черенки. Сверху мы присыпем сухой землей. Это у нас будет как мульча. И все это накрываем вот такой бутылкой. Вот так она у нас будет стоять. Ну, где-то, наверное, месяц. Потом посмотрим. Сперва черенок даст листочки, а потом увидим, даст он корни или не даст. Не все розы приживаются, не все розы дают корни. Но попробуем сделать. Это сейчас посадим черенки роз в другой горшочек. Это у нас был один сорт черенков, это другой сорт роз. Эти толще немного. Сделаем тоже, свечкой заплавим вверх. Чтобы не испарялась влага. Вот видите, парафин сейчас застынет, и влага испаряться не будет. И этот также сделаем. Вот. Заплавили парафином. Вот видите, оно побелело сразу.
Теперь втыкаем в землю. Один, второй и третий. Вот три щеренка. Польем их. Только впитается вода, мы накроем вот такой, вот таким колпаком. Вот, засыпем еще сухой землей. Замульчируем, чтобы у нас земля не трескалась, когда будет подсыхать. Вот так. И накроем вот так колпаком. Через время мы будем открывать пробку, чтобы к нашим черенкам попадал кислород, воздух, был доступ воздуха. Вот это все у нас будет стоять где-то месяц. Через 2 недели я вам покажу, что с ними происходит. Вот, как развиваются черенки, пропали они, не пропали. Все это я вам покажу. Любой результат, хоть они и пропали, хоть они и дадут листья, все равно это результат. Результат работы проведенной. Это было черенкование роз дома в горшочке. Вот парничок. На этом пока все. Это был дачный обзор «Садогород». Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет интересно. Пока.